Анастасия Кудаяр умело обращается сразу с двумя шашками не хуже опытных казаков. Вместе со своими друзьями из школы номер 170 готовились к смотру почти полгода. Я сразу двумя училась. Сначала правой, потом левой. Меня учил офицер-воспитатель, я училась недолго, но мне очень нравится этим заниматься. На областном смотре часовых постов номер 1 школа номер 170 стала лучшей в номинации «Плацпарад» – самый сложный и самый красочный. Лучшими постовиками стали курсанты военной кафедры Самарского университета, а в номинации «Равнение на знамя» победили кадеты Сызранской школы номер 14. На наших глазах прям уровень растет, ребята, конкуренция здоровая присутствует. Победителей сложно выбирать, потому что есть номинации такие, что победителя выбрать в принципе невозможно. Разница между первым и вторым, например, местом – одно очко. Вот, это уровень очень высокий. Областной смотр часовых постов номер 1 в Самаре проходит уже в 9-й раз. В этом году он был посвящен 75-летию эвакуации столицы СССР из Москвы в Куйбышев. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События.